Сегодня в парке Николаева прошел республиканский фестиваль «Аджа-Паджа-Акатуй». Национальный праздник, посвященный окончанию весеннего сева, испокон веков объединяет людей всех возрастов, приобщая их к труду, искусству и спорту. Детей, которые любят чувашский язык, которые любят петь на чувашском языке, стихи декламировать, любят танцевать чувашские композиции. Это здорово. Мы хотим, чтобы не исчез чувашский народ, не исчез чувашский язык. Как здорово, что именно дети это понимают и они являются активными участниками этого фестиваля. 21 команда школьников из разных городов республики приняли участие в этноквесте. На одной точке ребята разгадывали кроссворд, проверяя знания о родной Чувашии. На другой мастерили обереги. Совсем не детская борьба разгорелась на площадке Кирежу. Выяснилось, что настоящие богатыри Чувашии учатся в 61 и 27 школах. Какой же Акатуй без хороводов? Общими песнями и танцами мальчишки и девчонки поздравили сегодня друг друга с приходом лета.